Пермские медики могут контролировать состояние здоровья сердца пациентов с помощью телефона. На городскую станцию скорой помощи поступило новое импортное оборудование – электрокардиографы. Эти приборы помогают врачам своевременно диагностировать сердечно-сосудистые заболевания. Репортаж Сергея Горланова. Врач Рафаэль Мансуров едет на вызов. На станцию скорой помощи поступил звонок от пациентки. У нее подскочило давление и слегка прихватило сердце. Нужно срочно делать кардиограмму. Сегодня не совсем обычным способом. Мы сейчас вам кардиограмму снимем. Ладно? Будь добра, достань, пожалуйста, кардиограф. Импортный портативный кардиограф с монитором. Вес 180 граммов. Новое приобретение пермской станции скорой помощи. Он считывает сердечные ритмы и записывает в электронную память. Данные превращаются в звуковой сигнал, который врач передает на станцию через обычный телефон. Вот я прикладываю, вот видите, трубочкой показано, немножко как бы придавливаю и начинаю, вот, пошла передача. На станции сигнал принимают и обрабатывают. Он превращается в кардиограмму, которую сразу смотрят и назначают лечение. Таких приборов у пермских врачей 60. 50 используют бригады скорой помощи, 10 – врачи поликлиник и больниц. Это удобно, говорят медики. Сокращается время постановки диагноза, а экстренно оказанная пациенту медпомощь снижает риск осложнений. Вчера пациенту, который пришел в поликлинику, просто на снятие электрокардиограммы, при снятии передачи консультации выявили инфаркт миокарда и своевременно госпитализировали. Новое оборудование закуплено в рамках краевого проекта «Качественное здравоохранение». Врачи быстро научились работать с приборами. Это просто. Сделать электрокардиограмму может даже сам пациент. Только нужно такой кардиограф купить. Стоимость прибора – 25 тысяч рублей. По идее, должен быть такой монитор на каждой машине скорой помощи. Конечно, это будет увеличиваться, и мы думаем, что и население заинтересуется этой программой, то есть люди, часто страдающие этими вещами. Ну, 20-25 тысяч рублей, конечно, серьезная сумма, но тем не менее вопросы от жителей уже поступают. Все переданные по телефону кардиограммы хранятся в компьютерной базе данных, и медики могут легко проследить динамику их изменений. Электрокардиографы хорошо зарекомендовали себя в Америке и странах Европы. В России приборы используют врачи Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. Сергей Горланов, Максим Паранько, «Час пик».